Собаки – удивительные существа, которые точно чувствуют, к кому из людей можно обратиться за помощью. По крайней мере, лохматая голубоглазая питомица по кличке Сапфир доверилась незнакомой женщине, зная, что та обязательно ей поможет. Добросердечная незнакомка позвонила в организацию спасения животных. Через некоторое время волонтеры уже ехали к указанному месту, где их встречала женщина средних лет. Рядом с ней находилась собака, которая тут же легла на спинку, прося почесать ей животик. Взволнованная женщина рассказала, что заметила питомицу у кладбища, когда та пыталась спрятаться. К этому месту обычно приезжает много автомобилей, животное просто испугалось. Кроме того, как выяснилось чуть позже, у Сапфир была сломана лапа. Волонтеры осторожно погладили собачку, чипа у нее не оказалось, а вот дружелюбия предостаточно. Погладив ее и покормив, волонтеры поняли, что можно забрать Сапфир с собой, так как она не проявляла агрессии и даже наоборот, была рада вниманию людей. Женщина призналась, что вызвала волонтеров, поскольку часто смотрела их видеоролики в сети и понимала, что именно эти люди смогут помочь. Она даже научилась надевать на собаку шлейку, как это обычно делают они, и это искренне тронуло волонтеров. Поблагодарив женщину за содействие, сотрудники тут же отправились в ветлечебницу, чтобы обследовать Сапфир. Доктора обратили внимание, что у питомицы сломана лапа, но пообещали, что обязательно помогут собачке. Прошло некоторое время, и собаку было не узнать. Сапфир радостно бегала на всех четырех лапках, словно никакого перелома и не было. Она обросла густой шерстью, а ее голубые глаза стали выражать счастье. Волонтеры пообещали собачке обязательно найти любящих хозяев и свое обещание выполнили. Поначалу это был дом, куда Сапфир взяли на передержку, но вскоре появились люди, которые захотели взять ее в свой дом. Сегодня эта милая питомица абсолютно здорова и счастлива. Кто может сказать, что еще недавно она пряталась от людей и хромала?